Музон представляет. И снова привет! Рационально распоряжаться временем, как рабочим, так и личным, нас призывают лайф-коучи, блогеры и бизнесмены. Но спонтанность и легкость – такие же важные составляющие жизни, как и рациональное использование времени. Как перестать жить на бегу и ловить мгновение этой жизни – об этом в проекте «Путь к успеху» с Татьяной Потеминой на телеканале «Музон». Тайм-менеджмент – всего лишь способ организовать свое время, ничего больше. Тотальное планирование, хотя и снижает уровень тревоги, одновременно загоняет человека в рамки тотального контроля. Когда живешь сумасшедшей жизнью, каждая минута на счету. Постоянно чувствуешь, что должен свериться со списком и куда-то бежать. И как бы вы ни пытались распределить свое время и внимание, и сколько бы разных задач ни пытались решить, у вас все равно не хватает времени, чтобы все успеть. Если вы устали от вечной гонки все успеть, а вечером, хотя и выполнили весь свой список дел, не испытываете радости от прожитого дня, предлагаю вам пересмотреть свое отношение ко многим техникам тайм-менеджмента. Прежде всего, задайте себе вопрос, зачем мне нужно во всем и везде успевать? После шаблонных, чтобы раскрыть свой потенциал, состояться в жизни, может выясниться, что логическое объяснение отсутствует. За желанием контролировать происходящее скрывается невротическое состояние, а именно обсессивно-компульсивный невроз – навязчивое поведение, которое человек повторяет, чтобы снизить тревогу. Снизить уровень тревоги и перестать думать об утекающем сквозь пальцы времени можно разными способами. И это совсем не методики тайм-менеджмента. Именно постоянное планирование и желание быть продуктивным вгоняет человека в рамки, заставляя суетиться и спешить. Мой совет – ловите поток. Находясь в потоке, вы не сосредоточены на контроле происходящего. Вы не смотрите на жизнь со стороны, не выпуская часы из рук, как кролик из «Алисы в стране чудес». Вы находитесь в процессе и получаете от него удовольствие. Простые потоковые состояния – это игра, чтение, прослушивание музыки, в общем, любая деятельность, которая заставляет вас сконцентрировать внимание на процессе. Как достичь потокового состояния? В первую очередь, откажитесь от мультизадачности. Рассеивая внимание на тысячи мелких дел, вы теряете состояние вовлеченности. Привычка читать сразу несколько статей, отвечать на сообщения и листать ленту соцсетей приводит только к суете. Также постарайтесь выполнять свою повседневную деятельность осознанно. Чувство беспомощности и излишняя суета рождаются там, где человек не видит смысла в своих действиях. Дайте себе 5 минут тишины. Это простая техника, которая заключается в том, чтобы каждый день находить 5 минут для уединения и очищения головы. Всего 5 минут отсутствия мысли обо всем. Горящем проекте, приготовлении ужина, лишних килограммах и другой мысленной жвачке. Спонтанность и легкость – такие же важные составляющие жизни, как и рациональное использование времени. Все, что у нас есть, настоящее. Иногда для полного счастья достаточно просто насладиться одним мгновением. Остановиться и насладиться простыми радостями повседневной жизни – это и значит жить по-настоящему. На этом у меня все. Вы смотрели проект «Путь к успеху» с Татьяной Потеминой на Первом музыкальном. Всем пока!